друзья, всем привет! Опять я на рыбалке. Водичка стала прохладной, температура воздуха упала, пока греет двигатель. Сегодня будем пытаться ловить щучку. Рыбаков на воде очень много. Пока штиль, но днем там будет ветер. Ну а мы попробуем. Начнем, наверное, с ямок. Если нет, опять пойдем на мелководье. Будем рыбу искать в лилиях. А там посмотрим, что получится. Всем приятного просмотра. Не переключайтесь. Друзья, перебрался я в лилии. Окунь перестал брать. Попробуем щучку. Меня опять встречает старая знакомая, приплыла, чтоб я ее кормил, но мне дать ей нечего. Утро начинается. Час ни одной поклевки. Ни мелочи, ни крупной, никакой. Рыбаки поприплывали, тут ямка и мелководье. То же самое наблюдаю, тишина у них. Я пробую пока ловить на рудру, поставлю сейчас железо. Ну а там посмотрим, может и проклюнется попозже наша рыбка. Пока рудра молчит. Малек выпрыгивает, то есть видно, что рыба гоняет его. Но брать отказывается. Будем пробовать. День только начинается. Погодка прекрасная. Думаю, что без рыбы мы сегодня не останемся. Ну что, камеру я не включал, потому что временами такой сильный порывистый ветер. Поймал щучку около килограмма и поймал окушка на рудру. Все бросаю вот здесь вот лилии и чистая вода. Если что-то еще будет, обязательно включусь. Ну что, рыбка пока молчит, рыбачки тоже плавают, и у них ничего, а я решил пожарить окуней, которых поймал. Здесь вот такой вот остров. Сейчас я выйду на берег и пожарю окуней. Хочется кушать. Пока на реке ветер, а мы будем жарить окушков. Я их почистил, сполоснул. Сейчас будем жарить. Сейчас сковородочка прогреется. И пожарим свежепойманных окушков. Вот такие красавцы. С головешкой совсем.
Я их почистил. И сейчас пожарим. На природе самое то. Вот такая красота у нас. Речка, но там сильный ветер. Я выбрался на остров. Вот такой остров. Там люди дальше. Лагеря все устраивают, живут здесь, на лето приезжают, палатки ставят. А мы будем готовить, кушать. Вот таких красавцев. Красота. Окушки уже готовы. Сейчас буду обедать. На кукане у меня еще висит одна щучка. И хороший окунь. Хороший, именно хороший окушок. Сейчас пообедаю. И надеюсь, что еще поймаю рыбку сегодня. Ну а то, что поймаю, я вам покажу или вы увидите сами. Все, всем приятного аппетита. Ну что, друзья, пообедал, приплыл опять на мелководье, тут недалеко от острова, там, где обедал. Бросаю приманочки, и пока тишина. Рыбаки тоже, смотрю, курсируют взад-вперед, и ни у кого ничего нет. Ну, я буду дальше пытаться, там посмотрим. Друзья, вот на рудру опять ловится вот такая вот мелюзга. И больше ничего. Ну что, друзья, подошла к концу. Это моя рыбалка. Рыбалкой, в принципе, доволен. Несмотря на то, что целый день сегодня ветер очень сильный. Многие рыбаки сегодня вообще без улова. Я поймал 3 окуней неплохих. Один вообще хороший. 3 приготовил себе на обед, жарил, получил массу удовольствия и поймал 1 щучку. Было поймано еще шнурков 10, но это все мелочь, это все отпускается. А 1 более-менее щучка, я ее забрал, более-менее нормальный окушок остался у меня и щучка. Ветер дует так, что ужас. Сейчас я вам покажу свой улов. Вот, друзья, вот такой хороший окушок. И вот такая вот красавица щучка. Окунь приличный. Смотрите, какой красавец. И щучка. Получил массу удовольствия от рыбалки, много чего узнал для себя нового по рыбе, по речке, по приманкам, что работает, как, где. Все, друзья, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. А я завтра опять на рыбалку. Всем пока. Не хвастай, не чеши.